10-й школьник в стране пробовал наркотики. Один наркозависимый за год втягивает в свой круг от 4 до 17 человек. При таких темпах через 5 лет более четверти населения России попробуют наркотики. Обсудим проблему в программе «Звоните доктору». В студии врач-психиатр-нарколог Эмма Рогова и руководитель Самарского антинаркотического фронта Александр Березовский. Смотрите 20 июня в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Телефон прямого эфира 8 846 202 11 22.